когда вы заказываете разовый осмотр, пробейте, пожалуйста, машину по любой базе, хотя бы по ГИБДД. Я взял знакомую, полгода продаю. Она ничего в такси не участвовала? Такси? Да. Я не знаю, честно. Не знаете, да? Знакомый отдал за нормальную цену. Какой пробег-то там вообще, не помните? 44. Это что, ее родной, да? Ну да, я брал 31. А, вы на 31 брали, все, понял. Подушек нету, лайт-версии. Так, руль перешит. Пластиковая, отлетает клипса. Есть что-то? Я не знаю, что там за хуйня, честно. А подушки-то есть тут? Да. А тут что такое, не знаете?